В прошлом году еще я увидела на сайте «Блокнот Воронеж» о том, что проходил такой конкурс «Сбросить лишнее». Я подумала, что почему я еще не там? В этом году я пришла. Я пришла на проект с 90 килограммами. Самое сложное это было организовать себя, заставить себя поверить в то, что я дойду до финала. Я думаю, что это было самое сложное. Ну, конечно, тяжело было не есть после того, когда я жрала. Но я думаю, что лето – это вообще активный такой вот сезон, когда речки, моря, вот. А с осени, я думаю, что я продолжу заниматься. Я передаю привет своей подружке-ведущей. Юля, проголосуй за меня. А еще я хочу, чтобы меня поддержали те, кто в меня верил, и те, кто в меня не верил. Таких было много, вот, ну, кто не видел моих результатов, я думаю, они увидели. Я достойна победы. У меня двое деток, я кормила их сама, жрала, боялась, что моим деткам не хватит питания, поэтому набрала вес. И вообще я худенькая никогда не была, я всегда большая.